Приветствую вас. Я думаю, что у нас вы сами признаете тот факт, что проблемы начались у вас из-за скандалов в семье, то, ну, наверное, с этого и нужно начинать. Да, наверное, нужно начинать с того, чтобы помочь вам прожить и комфортно интегрировать тот опыт, который вы получили в результате скандала в семье. Посмотреть, как эти самые скандалы в семье вас, ну, затронули. Как они вас, как они на вас повлияли. И соответственно, помочь вам из всего этого построить свою собственную четкую личностную систему. По поводу тревог и страхов, я могу сказать, что речь идет, соответственно, о игнорировании ваших чувств. То, что касается тревоги. И о невозможности себя защитить, это то, что касается страхов, да, то есть какая-то угроза, не знаю, как себя защитить, не знаю, как себя обезопасить, не знаю, как на это отреагировать, вот, соответственно, возникает проблема. Поэтому ситуация здесь в целом вот такая, ситуация здесь в целом вот такая, и, соответственно, это достаточно хороший запрос на психотерапию для вас. Это достаточно хороший запрос на индивидуальную работу для вас. Вот. Если вы хотите этого для ну, если вы хотите этого для себя. Вот. А вот, собственно говоря, то, что я могу вам сказать. Собственно говоря, то, что я могу вам ответить. Собственно говоря, то, что можно вам здесь предложить. Конечно, это, возможно, покажется вам ну, вам это покажется сейчас не в такой прям уж вот степени ответом на вопрос, на ваш. Вот. Но, тем не менее, работа вот именно ну, в таком ключе ведет. Вот. Ну вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на вопросы, которые вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.